сегодня первый день, как мы приехали в Гуанчжоу. Мы приехали на территорию кампуса, и у нас сейчас небольшая экскурсия по кампусу, по территории. А со мной еще одна сопровождающая, Любовь. Это наш местный гид. А, так, впереди у нас группа ребят. Не знаю, будет видно или нет. Ребята приехали первый раз в Гуанчжоу. Знакомиться с университетом, приехали на языковой лагерь. Я надеюсь, им понравится программа, я надеюсь, им понравятся мероприятия, которые будут проходить в течение всего языкового лагеря. Не только занятия, но и экскурсии и другие активности. Сегодня третий день нахождения в городе Гуанчжоу. Уже третий день? Да, мы третий день. Ого, как время быстро летит. Да, это правда. У нас сегодня суббота, занятий нет в университете, и мы все дружно едем на обзорную экскурсию по городу Гуанчжоу. Мест для визитов у нас много, скажем так. Даже мы до конца не знаем, что это за места. Я думаю, ребята, и мы будем рады посетить эти места. Ну, со своей стороны мы постараемся все эти места показать вам. Еще нас покормят очень вкусной китайской едой. Очень ждем. Это обязательно. Все, поехали. Интересный факт, который нам рассказали вчера, о котором я, скорее всего, благополучно забыла, вам просто солнце нифига не видно, что Гуанчжоу – это город цветов. И, собственно, так как это город, находящийся рядом с субтропиками, здесь всегда что-то цветет. Мы, к сожалению, это не застаем, но буквально через месяц здесь будет в честь Чхунди фестиваль цветов с орхидеями. Но так как мы не застанем, мы просто наслаждаемся цветами, которые здесь растут в данный момент. И... если что, эти цветы не просто красиво выглядят, но еще и хорошо пахнут. Я хочу сделать небольшую ремарку для тех, кто, возможно, не знает. Чунде – это праздник весны. Это как наш Новый год, только... это так и есть, это китайский Новый год. А сейчас мы подходим к одной из главных достопримечательностей Гуанчжоу. Это башня, телевизионная башня. Мы сегодня еще пойдем на нее... ну, непосредственно на саму достопримечательность, поснимаем оттуда, сделаем прекрасные кадры, посмотрим на прекрасный вид с этой башни на город, и просто сделаем репортаж оттуда.